Здравствуйте. Вы позвонили в службу доставки новогодних елок и декора. Так, когда вам позвонить? В среду, да? Позвонить в среду, да. А по стоимости можете меня сориентировать? А число какое будет у вас среда-то? Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Ну давайте на компьютер повешу, телефончик диктуйте. Все, Юль, я тебе записала, но если вдруг что, вы тоже себе напоминалочку поставьте, хорошо? Ну вдруг закручусь. Я помню, ну то, что вы заказываете из Деда Мороза, как бы вы уже все точно привели, верно? Да. Просто смотрите, это... секунду. Ну, соответственно, давайте тогда... Вы в Москве, то есть да. Там как-то... Следующая станция Шевлягина. Угу. Да, так, да, время закрывается. Да. Ну, я готова записать ваш заказик. Сейчас, секунду. Только. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка ходу, машинист. Знаете, если бы вы, допустим, мне в среду перезвонили на следующей неделе, я бы вам точно тогда могла сказать уже по дате и по часу информацию. А, ну вы как бы сами можете позвонить, если вас заинтересует наш праздник. Мы как бы не склонны напирать на клиента и заставлять его принять как бы какое-то решение. Если что...